Всем привет, приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем снимать педали газа на BMW X5 E53 кузов. Для этого нам понадобится отвертка. Нам необходимо отщелкнуть нижнюю защелку на педали газов. Отщелкивается она вниз. При снятии электропедали хочу обратить ваше внимание на следующее. Защелка электропедали имеет две фазы снятия. Итак, первое. Нажимаем на защелку. Наша педаль остановилась. Это первая фаза. Далее нам необходимо найти еще раз защелку. Нажать на нее. И продолжить снятие педали. И отводим педаль газа. И отсоединяем разъем акселератора. И снимаем педаль. Обратите внимание, с обратной стороны педали есть такая вот двухуровневая защелка. И разъем электропедали. Так выглядит направляющая нижняя часть электропедали. Для установки электропедали нам необходимо первым делом одеть разъем. И защелкнуть. Готово. И устанавливаем нашу педаль газа на место. Попадаем в направляющие. И защелкиваем педаль газа в посадочное место. У нас также есть две фазы защелкивания. Первая и вторая. Язычок. Увидели? Педаль защелкнута. Готово. Педаль газа установлена. Переходите на мой канал. Есть много других видео про BMW X5 E53 кузов. Подписывайтесь. До встречи на канале.